На остров Ява обрушилась буря, 19 людей погибли, большинство погибших были завалены оползнями. На индонезийский остров Ява вечером 28 ноября обрушился тропический циклон, от которого погибли 19 человек. Об этом сообщает агентство Рейтер. Из-за обрушившейся бури дороги и деревни острова погружались в реки коричневой воды. 19 человек погибли, тысячи домов были затоплены, нанесены и другие убытки, заявил представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий. Как отмечается, большинство погибших были погребены под оползнями. Как сообщалось, наводнение в Афинах унесло жизни 15 человек. Ранее от землетрясения в Иране погибло более 210 людей. По материалам сайта newsgro.com.